Зайка, давай, зайка, лечись, поправляйся, моя девочка. Вот у нее, вот у нее она не может даже, ей очень больно. Очень больно. Ей сейчас уже GS стали давать, потому что, ну, чтобы поднять GS, он тоже как противовирусный. Она дышать не может. Она есть не может. У нее еда, вот она еда, короче, она на нее поступает, ну, внутривенно. Ну, это все необходимые, вот, аминокислоты здесь, белки, вот все, что нужно, как бы. А в желудок, к сожалению, ей еду никак не положишь, потому что у нее желудок так же, как и рот, и весь пищевод полностью все вот так вот у нее в язвах таких. Там, конечно, внутри все вообще ужасно. И каждый раз, когда ее обрабатывают, ее вот седируют. То есть, ну, лечение этой кошки будет очень дорого стоить. Пока что она у нас вот в клинике лежит, но сами видите состояние какое. Очень тяжелое состояние. Так что не знаю, вытянем, не вытянем. Но... Зайка, зайка, ну потерпи. Зайка, это вот такой сильный герпес-вирус. Либо герпес-вирус, либо кальцивирус. Это еще пока непонятно, что ПЦР-ки только сдали. Вот. Она дышит так, плачет, ей больно. Зайка. Давай, зайка, держись. Держись, зайка. Да ей очень больно все, господи, бедная, капец. Зайка, зайка. Капец. Ужас. Это что она делает? Плачет. Капец. Что делать с этим? Это очень больно. Ну, лечение она получает все. Да, будем надеяться. Пока только ухудшение. Угу. У нее там дальше белый налет. Да. Пошел. И это все слазит там, когда касаешься со слизистой. Там ужас. Да. Зайчик, мы потерпим. Может быть, тебе поможет все. Зайка. Такая вот у нас девочка. Сильно болезненная. Такая очень, очень тяжелая кошка. У нее во рту. В общем, скорее всего, какой-то или рак. Но у нее видно даже на носу. Вот этот как немножко абсцесс, да, нос такой розовый. Ага. Так, ее малышка назвали. Угу. В общем, она получает капельницу. Два вида. Вот, а вот эта капельница, да, это парентеральное питание. Это питание. Потому что невозможно кормить. Нет. Даже зондом слезает слизистая с глотки, со рта. Поняла. Стоны тоже там не установить.